Да, он похож на крокодила. Фанфан Лера. Это вторая часть. Ссылка на первую часть в конце этого видео. Ой, кто это такой? Милый? Какой-то он страшный, по-моему. Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой. Что он делает, Лер? Он как... Лер, как будто собачка, да, какая-то гавкает? Да, как собачка лает. Как он делает, Дима, покажи. И кает, что ли, он еще? А кто это такой? Дилофозавр. Ого. О, какой он красивый. Но он не очень большой. А еще мы тут в парке динозавров увидели аиста. Настоящего. Не игрушечного, а настоящего, да, Лера? Лера, кто это? Аист, самый настоящий. Ладно, далеко, Лер, не заходи. Вон он себе гуляет. Какой красивый. И лапку вон поднял. Какой прикольный аист, да? Ой, какой красавец. Смотри, какой он здоровенный хвост его сзади. Это опасно. Ты видишь? О, сейчас Лера хвостом треснет. Лера, он держится хвостом? Он хвостом заденет. Ау! Ау! Что с хвостом треснет? Что ты сказала? Моя Лера! Он сейчас хвостом тебя треснет. А не треснул. Не треснул? Нет. Расстояние между верхней и нижней челюстью 2 метра. Смотри какой. Моргает даже глазами. А кто там? О боже! Это нереальный! Лера, какой гигантский! Самый большущий, да? Покажи. Слушай, это лапа больше, наверное, тебя, Лер. Да? Это он так идет? О-о-о. Что он мне отвечает? Что он тебе отвечает? Что он мне отвечает, мамка? Он рычит, тебе отвечает тоже. Лера, знаешь, на кого он похож? Мне кажется, он похож на крокодила какого-то, да? Да. И это у нас спинозавр. О, да. Потому что у него на спине, да, такая штука? Посмотри, какой у него на спине горб, рог какой. Как он называется этот? Плавник? Да.
Лапки у него тоже такие маленькие. Не большие. Маленькие передние лапы. И большие задние. Да, он похож на крокодила. Это малыш просто, мама, наверное. Мама, это цыпленок? Наверное, да. Там у него ребенок. Да, ребенок. Только это значит не малыш, если у него ребенок, да? Лер. Малыш. Малыш? Ой. Точно как цыпленок. Он про ручках своих лапах держит яйцо какое. Слушай, яйцо похоже на мячик, да, футбольный? Я думала, что он мячик держит, представляешь? А как он называется, Лер? Авираптор. Авираптор, Лер. Что? А вот еще какой. Я прочитаю. Лерка, пошли! Смотри, какой носорог! Это не носорог, это динозавр! Это динозавр! Медуза цератопс! Не цератопс, не этот! А что у него тут с лапой? Как вау, какой прикольный. Его и крылья есть, Лера. Ого, мои крылья. Хвост, как у рыбы. Как бабайоска. Альваризавр. Как бабайоска какая-то. Альваризавр. Какой-то мексиканский. Вау, какой красный. Называется мост для смелых. И он... Иди по этому мостику, посмотри, какой он высокий. Сможешь пройти? Ого! Так держись за ручки. Топор очень держишь. Ну, давай, ползи. Давай. Ой, карабкайся. Эй, Лера, давай. У тебя получается? Ой, Лерка, покажись, молодец. Стегозавр. Ой, что у него на спине? Вау, какой полосатый! Обалдеть! И лапками. Ой. Лера, ты видела, какой полосач? Платиозавр. Смотри, это кто? Малыш и мама или папа? Кто это, Лер? Малыш, мама. С мамой? Да. Ой, какой миленький. Видишь, глазками моргает, как красиво. А маленький почему не моргает? Маленький тоже моргает? Не моргает.
смотри, какой. Он обезьяну похож, волосатый. Видишь? Мы такого не видели. Мы не видели, я не видела. Я такого динозавра первый раз вижу. Обалдеть, какой классный. Волосатый, у него волосы здесь. Это кто у нас такой? Подпишись на канал, ставь лайки. Дейноних. Первая часть видео про динозавров. Жми сюда. Фанфан Лера.